Всем привет, с вами экипаж номер 7750. Командир корабля приветствует вас. Я просто реально выгляжу, да, как пилот какой-то. Очень почему-то странно люди смотрят то, как кто-то ест в интернете. Идиоты какие-то, правда? Зачем смотреть, как кто-то ест? Надо самому есть, а не есть что-то в интернете. Точнее, смотреть, как кто-то ест. Вот. Больные какие-то люди, согласитесь. У нас новая рубрика на канале. У кого у нас, да? У меня и... И у меня тоже. О, давно не виделись, кстати, брат, как жизнь. Ну и насрать. О чем я, да? А, ну вот. Угадай, что я съел? А, что я ем сейчас в данный момент? Вот так вот он будет называться. А, что ж, давайте откроем упаковочку тогда. Твою мать, что это? Господи, оно шевелится, похоже. Сопротивляется. О, да. Это не так просто, оказывается. Блин, реально, что за ерунда? Да блин, она прилипла. Правило номер один. Это не говно. И вообще, все, что я ем, не говно. Даже если оно похоже, даже если... Ну, потому что я знаю. Я знаю, как вы шутите. Наверное, я даже не знаю, надо как-то рассказать, что ли, сделать обзор. Как вообще люди обзор на еду делают? Придурки, что можно о ней рассказать? Я не понимаю. Да, ну... Ну, во-первых, запах. Давайте. Ну, запах, окей. Нормальный. Немножечко спиртягой пованивает, да? Ну, что я могу сказать? Что? Это палец моего соседа! Шутка. Хотя, кто знает? Все может быть. Ты ничего там лишнего не откусывал? Да! Это я! Я так и думал, да. Давайте откусим. А, ну, внешне выглядит, конечно... Не как говно, я понял, да. Ну, внешне, да, это, конечно, такая интересная штучка. Вот. Ну, да, ну, есть что-то какашечное. Но все-таки, я думаю, не надо об этом писать. Это и так все поняли. Запах спирта, я уже сказал, цвет. Цвет малинового заката. Ёптать, в дождливый день. Ну, надо еще раз пробовать. Ну нет, шучу. Сладенько, это вам намек на то, что... Что это примерно за блюдо? Блюдо. Упругенько. Упругенько, вы поняли, что я сказал? Да. Ну что же, а на этом все. Пишите свои догадки. Самый лучший комментарий попадет в топ. Там все дела. И до новых видео. Всем пока. Топ-контент. Просто огонь.